В соответствии с решением городской думы Волгограда от 9 октября 2013 года участникам Сталинградской битвы оказывается материальная помощь на ремонт жилых помещений. Для проживающих в многоквартирных домах по 100 тысяч рублей, частных домовладениях 150 тысяч рублей. На эти цели в 2014 году в бюджете Волгограда предусмотрено 9 миллионов рублей. На 5 мая ремонт жилых помещений произведен для 85 участников Сталинградской битвы. Екатерине Григорьевне Дякиной по этой программе были заменены окна, отремонтирована ванная комната, положен линолеум на кухне, установлена хорошая входная дверь. Нашей героине сейчас 98 лет. Долгая жизнь, но нелегкая. Война не прошла мимо нее. В 24 года она оказалась на фронте. Приходилось выполнять много всякой работы. И на кухне работала, и раненым помогала, и связисткой была. И вот упал снаряд в окно. А со мной был еще телефонист один. Это штабной. И он телефонист, и я телефонист. Только родом нас разные были. Когда упал снаряд, а я уже сменилась. А этот парень был. Я уже сменилась. А он лежал на кушетке. И он тоже сменился. И я глянула, а его убило снарядом. И я что делала? Выскочила и бегу, не знаю куда. Мне так показалось страшно, что сейчас упадет еще один снаряд. И меня тоже прибьет. Кто где? И прятались, и спасались, и убегали. Страшно рассказывать, страшно. Спасибо вам, что вы хоть не забываете. Спасибо. У Екатерины Григорьевны трое детей, один сын и две дочери. Сын Анатолий старший. И хотя во время Сталинградской битвы ему было всего около 4 лет, тем не менее он кое-что помнит и без слез говорить об этом не может. Помню. Страшно хотелось есть. Это запомнилось. Да. Спасибо бабушке. Но она где-то добывала. Мало, но... Все-таки мы с сестрой, с двоюродной, ну, как-то прожили вот это время до тех пор, пока Сталинград не освободили. Но потом уже как-то стало немного легче. Екатерина Григорьевна, пережившая тяготы Великой Отечественной войны, смогла выстоять и вырастить троих детей, воспитать внуков. А это могут только сильные духом люди.